Ребятушки, привет. Короче, только что я вышла из палаца Дукале. Сейчас поснимаю этот телефончик, потому что у меня там 20%. Просто хорошая еще погода. Сейчас я пойду, естественно, к поезду. Вот. Я, естественно, устала. Не знаю, как вообще, как цуцик. Ну, в общем, еще продолжу сейчас чуть-чуть снимать. Сейчас подойду вам море покажу. Вот. А потом пойдем от Сан-Марко до Фиравии, ну, до моего поезда, да. И поснимаю, потому что... Ну, по идее, мне нужно поесть, но я не хочу нигде здесь есть и даже кофе пить, потому что здесь кофе, ну, так как я выгляжу как иностранка, да, хоть я и живу почти 26 лет в Италии, но здесь мне кофе продадут за 20 евро, блин, стаканчик. Поэтому, в общем, я, короче, перевожу, по-моему, этот телефон переводится. Да хрен, нифига не понимаю. То есть получается, что я там вам шла, записывала, распиналась, значит, у меня не записывалось ничего, блин. Блин. Короче, ладно, я тогда эти видео соединю. В общем, я это пока выключаю, сейчас включу другое видео и их соединю, чтобы перевести, блин. Перевела. Не буду делать долгий ящик. Посмотрите, как видна вот здесь наша ширма. Вот я когда говорю, вот этой была стена. Не бывают они часто. Вот, понимаете? Которые вы мне говорите, да, это стена, там, я не знаю, современная. Вот, пожалуйста, стена, которая относится там к 13-14 веку. Вот, пожалуйста, видите, тоже ширма. То есть, с одной стороны, она относится к палаццо Дукале, а с другой стороны, вот там, где этот, видите, этот заборчик, там Сант-Антонио. Так. Предупреждаю, что этот телефон, короче, трясется. Ничего поделать не могу, потому что там всего 20%, и мне надо пока подзарядить его. Хочу вам показать, вот тут дырки я обнаружила по всей этой, видите, по всем стенам. Вот. То есть это все ее, какие-то выходы труб, скорее всего. Так, ну пойдемте сходим к морю. У нас уже солнце, можно сказать, садится, поэтому я быстренько схожу и пойду поезду. Я спокойно могу дойти, конечно, пешком. Я вообще не устала практически. В смысле, я хочу есть. Вот опять замирается. Вот эти вот нафига бы окна, арки, такое все сложное, да? Но у нее смысл во всем имеется. Вот. Я говорю, что я хочу есть, но не смертельно, опять же. Я не устала вообще. Телефон устал, да? Вот. Но у меня... сводит ноги, то есть при этом, при всем том, что у меня очень толстые колготки одеты с начесом, меня это, ноги вообще сводит обалденно уже. Вот сейчас вот по красоте пройдемся. Ну блин, что идет передо мной, блин, не может свернуть. Вот посмотрите, хороший свет. Да, но при этом у меня будет сейчас трясти телефон. Рука трясется, во-первых, от усталости. Вот это вот моя мечта, вот туда доехать. Лида там, и там прямо вот этот вот базилик, этот, он прям в воду выходит. Сейчас мы подойдем, и я на другой телефон сделаю фотки. Ну, шикарнейшие, видите, да, виды, что солнце заходит. Я даже сейчас боюсь здесь фотки делать, блин. Сделала вот. Думала, а то вдруг сейчас и, как сказать, наоборот, переведет мне или выключит телефон, короче. Вот понимаете, вот это все, этот наш палаццо Дукале. Да, сейчас, по-моему, я в темноте пойду, блин. Вот посмотрите, она вообще прямо вот из воды, да? Вот туда надо мне в Лидо съездить обязательно. Но туда пешочком не дойдешь, нужно обязательно на трамвайчике. Прямо передо мной, кстати. Вот он, посмотрите какой, да? Блин, видите, уже второй раз приезжаю, когда елка. Хотя еще середина ноября. Ну, уже не середина, конечно.
Тут рисунок тоже у него, вот как на полу у нас часто бывает такой. Но он сейчас не фокусируется. Вот посмотрите, балкон. Такой маленький, по идее, балкон, да? Но с каким пафосом все вот это вот, типа готика, в стиле типа дома тут торчат эти сталактиты. А сам балкончик-то маленький, да? И там еще нишки пустые, да, видите? Ой, извините, этот телефон, конечно, просто невероятно трясется. Вот. Блин, так пахнет йодом. Ну, ребятушки, мне надо идти. На Лидо мы доберемся как-нибудь. Тут еще, знаете, ой-ой-ой, идти вперед. Тут столько еще снимать, потому что там где-то далеко впереди это Биеннале, там тоже супер шикардосики, вот по моей теории. Вот. Так что, знаете, тут просто... Я уже теперь не хватаюсь. Я не хватаюсь за все сразу. Все сразу не объять. Тут в Венеции можно приезжать, но я говорю, что главное купить билетик. Так мне сейчас уже никуда не надо заходить. Ну, в Сан-Антонио можно зайти. Но, честно говоря, тут очень много и на улице снимать. Поэтому не надо нам никуда заходить. Вот с солнцем сейчас фотографирую. Блин, с головой со своей стал, блин. Так, подождите, я сейчас выключу этот телефон. Так, ну что, сделала фотографию, короче, на другой телефон, на хороший. И сейчас с трясущимся телефоном пойдем. Ну, там, знаете, всего 23%, я не могу. Я говорю, что очень сильно извиняюсь, он трясется. Но все равно уже такой, знаете, свет не очень. Поэтому я уж так сильно не могу останавливаться. Вот там, видите, тоже арка не пробитая. Окно, арка, видите, там внутри. Смотрите. Это не потому, что я вас не уважаю, поверьте. Я вас очень сильно уважаю. А просто потому, что я все истратила. Видите, там вот большой арки, вот эти окна с... окна, да, вот эти, одна арка не пробилась, остальные все вот с этим сложным нашим стеклом, которое вот это вот, с которой чугунными там этими кружочками. Просто дело в том, что я все равно не могу сейчас пристрастием останавливаться, снимать, тем более свет уже все заходит там. Но пройдемся от Сан-Марко немножко до Риальто я поснимаю, потому что от Риальто до, то есть от Санта-Лучи до Риальто у меня все снято. Вот. И поэтому мне нравится, сколько там вот этих вот выходов, да, мангустиков, вот этих вот туннельчиков, нишек. И задел сделаю себе на следующий раз. То есть я теперь послушаю Марку. Я хотела просто поехать сегодня именно, чтобы начать уже с Бусти, понимаете? Вот. А уж вернуться, еще вернусь. Вот тоже на рост. Вот такой вот этот мне нравится. Посмотрите, сколько там тоже вибрационных колонн, да? Вот, кстати. На рост, который вот у... Просто у колокольни, да, видите? Просто у колокольни нарост такой, ну, вот терраска. И просто вот ничего, просто нарост, вход, терраска, я не знаю. А там вообще сзади колокольня, да, вот. При этом тут у нас, ну, не такой, не гладкий мрамор, я хочу сказать.
Вот. Сюда еще надо сходить, то есть, ну, много. Вот сюда обязательно, потому что здесь мы точно не были ни разу. В Сан-Антонио мы были, так что я сразу говорю. Вот. Это. Поэтому нет, ну, в Сан-Антонио тоже сходим. Понятно. Вот. Но сейчас это... Просто сейчас я хочу сказать, что я уже была в Сан-Антонио. Знаете, в Сан-Антонио тоже, блин, вход 25 евро, по-моему. Я не помню, конечно. Не 25, конечно. Это я платила 25, что я дура. Со своей головой, блин, пройду. Вот ладно, человек фотографирует, но когда вот так нога за ногу просто перед... Все тут стоят, 10 человек фотографируют, он просто, знаете, как дефиле. Смотрите, какая. Масикова боится подойти, блин. Слушай, что-то, ну, краску пишу. Ой! Туда я не пойду, потому что надо идти там, где точно я выйду, потому что у меня не так уж и много времени. Вот эта шапка 15 евро стоит. Мишель хочет. Но я еще приеду сюда. Так, сейчас я не могу здесь останавливаться. Посмотрите, вот эта вот шелуха эта. Ну, телефон, блин, скачет. Слушайте, ну чайки вообще, конечно. Смотрите, какая прелесть, да? Вот тут мне нравится балкончик такой вообще. Посмотрите, для чего, да? Он просто балкончик. Но там даже выхода нету. Уже просто 4 часа у меня. Поезд там, трубы наши, видите? Суперинтеллектовские, посмотрите. Прямо гроздями такими выходят. На этом телефоне он, конечно, смотрите, здесь может спокойно упасть. Лестницы тут нету. Вот если бы такая, как я, идет, блин, снимает, смотрит вверх, ворона, и, короче, завалится, сломая себе ножки. Блин, тут бар, но я не буду. Бар, они, блин, такие. На Сан-Марко меня тут просто ограбят. Так, ну сейчас вот пройдем. Я говорю, что особо не буду снимать, но что-нибудь вот магазинчики там снимаю. Вот, пожалуйста, окно не пробитое, да? Поезд у меня в 17:48, так как я, в общем, сюда я шла, бежала, можно сказать. Ну, и не бежала, но я быстро просто дошла за 23 минуты. А сейчас-то я снимаю. Вот это тоже похоже все на Сан-Антонио, да? Ну, посмотрите, балкон такой, с такой кучей арок вообще. Там тоже, да, вообще просто... И вот куча непробитых этих дырок. Все, уже эти темнеет. Кстати, на гондоле не так уж и дорого проехаться. Я думала, очень дорого. На самом деле нет. Вот, тут тоже, посмотрите, нарост. Сейчас все с чугуном, с чугуном. Вот. Там такой еле-еле, смотрите,
все чугунное. И здесь тоже. То есть на дереве вот такие вот чугунные эти наросты. Да, вот этот мост, где мы только что там ходили внутри. Вот. Что-то не фокусирует, очень странно. Вот это все, что мы вот здесь ходили. Вот, посмотрите, сколько тут этих деталей, да, посмотрите, типа непробитых окон, да, посмотрите. И все вибрационно, приведите. А? Смотрите, сколько, вся стена вибрационных вот этих прямоугольников. И тут они еще по диагонали идут. Это я там внутри ходила я. Понимаете, вот это вот просто перемычка такая. То, что я называю перемычками. Между стенами, строениями и домами. Вы домами их называете, я их называю строениями. Вообще стены их называю. Смотрите, какой гладкий, да, мрамор, кстати. Как блестит, как вода. Сейчас увидите, не увидите. Кстати, видите, корка, да, такая? Вообще не хочет фокусироваться. Вот смотрите, какой этот огромный палаццо Дукале. Посмотрите, вот это вот, скорее всего, вот этот вход. Там мне, скорее всего, туалет. Огромнейший. Вот видите, да, арки такие. Нафига, да? Вот. Это посмотрите, какая здесь сложность. Практически все окна не пробиты, да еще и посмотрите, с арками. Ой, ну это вообще надо снять. То есть вот только что я там была, вот посмотрите, здесь три арки окна не пробиты, видите? Знаете, здесь тоже две не пробиты. Вот. И вот посмотрите, сколько окон не пробито. Посмотрите. И вот посмотрите, какие-то... И у них как будто бы в воде что-то, я не понимаю, посмотрите. Как будто там есть все, видите, перемычка, крест. Господи, все такое сложное. Ну, давай, не подводи телефончик, ты так уже трясешься. И вот эти квадраты между ними, да, все вибрационно, видите. А? И тут тоже одна дырка вот пробилась, видите, и там решетка видна. А рядом, видите, нет. И по идее, в этих вот и в этих вот, по идее, там может проявиться в 2D жизнь. Сейчас они пустые. Как бы в антимир там, минус один. Еще посмотрите, какие у них печенюхи тут. А? Пирамидки такие, да, кстати, сложнейшие. А где-то дыры. Тут еще нарос, кстати, герб типа такой. Так, все, пошла. То солнце вообще заходит. Ну, Дориаль-то очень быстро. Я Дориаль-то только бы снимаю. Посмотрите, как идет, видите? По диагонали идет.
Я буду снимать только до Риальто. Потому что... Grazie, grazie. Китайка такая для какула называется. Наши эти дрантики. Смотрите, решу, сколько я не буду сейчас это. Для какула это значит подлизывается. Такая испугала, что я здесь не проходила, блин. Нет, проходила, проходила. Ну тут много чего снимать, конечно, но я сейчас не могу, блин. На ростике тут тоже. Колодец наш, блин, не могу сейчас. Подождите, по-моему, сюда, да. Сейчас бы я тут между домами поснимала, но уже, говорю, мало света. Вот, мне сначала нужно дойти до вокзала, блин. Я уже спокойно буду. Так. Так, сейчас я не помню, что я здесь проходила. Тоже вот сложнейшая решетка. Все в нашем стиле. Блин, посмотрите, тут труба наша, вот наша дырка. Давно не было, да? Не, давно не снимала. Ой, не могу, не могу, нет времени у меня. Дыры наши, вот, пожалуйста. E a un certo punto praticamente con punte anche di 37 quando era in mano. E praticamente a un certo punto mi va in tilt. Può essere che sia troppo veloce il mio tempo rispetto alla traccia e quindi non riesce a stare indietro. Дверь, капли видны арки, тут вообще столько, все арки сложнейшие, да, окна, кстати, окна все сложнейшие, да, кстати. А? Дырки наши вот. Так, все, ладно, пошла я. Он крам покатся. А, sotto il piede il crampo. Io soffro. Ah, i crampi sotto i piedi. Infatti ho messo a posto. Qua ogni tanto. Ma guarda, io a piedi, guarda, una roba. Ai ai ai. In veneziano si dice è una scappussata. Porca vacca, qui io morirei, guarda. У меня мальчики, крампо, кацо, судороги. Хочу вам показать непробитое окно. Я же сказал, мы на маленькой, но он... Perché? Esatto. Guarda, già rischiava alcune volte. Non camminare mai su quei... No, io non mi vicino, guarda, perché... Quelli sono scivolosissimi. Guarda... Infatti non devo mai vicino. Come tante persone maratano che sono a corda perché ne cadevano in acqua. Ah, cadevano? Non morivano? Sì, perché vanno a fare le foto. Guardano giù e fanno... E vanno in acqua. E lei ha visto? Ma succede tutti i giorni. Ma dai. Allora se cado non faccio, diciamo, una figura di... Succede spesso. Saresti una delle tante. Ok. No, però adesso freddo. Adesso che lo sai non fare. Esatto. No, adesso anche freddo. Non diventare una delle tante. Он говорит, что каждый день вот здесь падают, вот на этой лестнице, прикиньте, да? Не, просто все, сейчас прошло. У меня, посмотрите, во-первых, еще тоже, вот как часто тут вот все окна, кстати, окна, все разных размеров, кстати, двери, окна. Вот тут у нас непробитое окно, тут еще дыры у нас, и вот еще тоже непробитые. Arrivederci. Чао, anche te. Короче, пошла.
Плоский балкон, да? Кстати, видите, часто вот это вот везде. А вот такой маленький балкончик тут оказался. Ну тут, кстати, скоба не могу сейчас. Внешне она фактически под мостом, это под воротом. Вон там интерес. По мосту проходишь. Так, она меня вот здесь провела. Наверное, нужно здесь идти. Links. Вот здесь я была уже. Да, опять арки не пробиты, там, видите, окна. А, скузи, кви пер феровия? Per Rialto. Dove per Rialto? Va a San Marco, l'hai mai detto per ferrovia? No, per Rialto e poi vado. Sì, dove per Rialto? No, it's fine. Блин, начинаю уже. Короче, путаться. Allora, scusi, qui per Rialto? Non sapete. Grazie. Scusa di nuovo io. Per Rialto ho sbagliato, sì? Infatti. Tornare in piazza San Marco, quando sei in piazza San Marco, ancora, è sempre dritta. Ancora tornare a San Marco? Sì, perché Rialto è di là. No, a piedi vuoi andare? Sì, devi andare, prima devi andare dritta in piazza San Marco, mia. Sotto la torre dell'orologio, sempre dritta arrivi a Rialto. E perché io ho arrivata... Sbagliato. Ma va bene. Devo, perché non ci sono gli iscritti? Cioè... Poi Venezia, tutte le strade si assomigliano, però Rialto è di là. Va bene, grazie, ciao. Блин, начинается. Да вроде бы я прошла классно, а она мне сделала эту скорчатую, блин. Ну ладно. Потому что у меня не так много времени, скузи. Нет, вот сюда. Scusi, se vado là, esco a Rialto. Ah, ecco, cazzo. Що мне ерунду какую-то сказал? Вот правильно сюда идти. Зачем нам на Сан-Марко возвращаться тут? Так, теперь надо уже быстрее, блин, ребятушки. Эй, Квин, давай когда кацу не вандаре. Скузи, Квин, ты Реальто? I don't know. I'm also Чака. Чака, Квин. Aspetta. Deve arrivare al lavoro da qua. Scusi, qui per Rialto? Prego. Per Rialto? Per Rialto, sì, allora qua. Sicuro? Sì, qua a destra. Sì. No, signora, ma è tanto lungo, No, ma io ho fatto. Sono via sportiva. Sicuro che qui, ma perché vanno tutti là? Scusa. Perché qua c'è. No, vieni con me. Io sono molto sportiva. Al mattino ho fatto 23 minuti da Santa Lucia fino a San Marco. Vabbè. Di là è uguale. Qua, Campo Santa Formosa, da sinistra. Ok, grazie. Beh.
Ponte, punticello. Grazie. Destra. Пьяный вообще. Да. Так, пойду я просто. Сколько непробитых окон, ретушки не могу. Знаете, сейчас сколько времени-то? А, ну ладно, еще есть время. Еще можно подождать. Так. Тут у нас арка на рост, видите, тоже перемычка. Scusi, si arriva è alto qui? È rialto, sì, in fondo. Grazie. Sì, grazie. А sinistra, destra? Sinistra, destra. Он такой говорит, ну, типа, дойдешь туда, там, потом направо. Нет, налево. Так куда? Направо или налево? Я иду вообще по интуиции, ребятушки. И ничего не снимаю, потому что боюсь просто не успеть на поезд. Здесь вообще просто, понимаете, вот просто арки, огромные окна, да, посмотрите. Блин, смотрит просто никуда. Этот вход. Просто все в окнах, посмотрите. Все в окнах, тут не пробитые. Ну точно я когда-нибудь упаду в воду. Да, это я узнаю. Вот здесь я, кстати, заблудилась. Нет, просто сколько здесь окон, да? Пробитых, которых... Так, ну здесь я уже поняла, здесь я уже рядом с Риальто. А чё, где же я? Где же я заблудилась? По идее, нужно... По идее, я же правильно шла. Вот посмотрите, на рост туалетик тоже на церковь, видите? Причем вообще на ротонде. Сейчас я уже помню. Тут просто окно входит в арку, да, посмотрите? Вообще в окно... Два окна. Одно из которых арка, ниша, соединяется с этим, который вообще по кругу, да? А, ну это у нас непробитое, выпуклое окно, скажем так. Там, посмотрите, просто арки чугунные. Видите, кстати. Вот смотрите, где название только. Там, посмотрите, окна как. Вообще, кстати. Абсолютно хаотично. И это тоже вот домик на рост. Целый домик, да? Не просто вот этот вот чердачный там, целый домик. Можно сказать, дворец. Вот, Риальто. У нас кошка на рост. Вот, пожалуйста, дырки. Смотри, сколько вообще действительно окон много. Вы видите, да? Так, все, здесь я уже спокойно. Сейчас я уже помню. Не знаю почему, но помню. Ну, во-первых, здесь просто одна дорога идет вперед. Ой, не могу снимать, не могу, не могу. Видите, смотрите, хорошо, что Марко мне хотел взять билет на 16:18. И я боялась, что я не успею, потому что хоть ты идешь
коммуникации сложности. Хоть ты идешь ногами, хоть ты едешь на трагитере этим, ну, на этом водном, все равно. Скузи, перриальто, да? Это, грация. Хоть ты идешь, я говорю, хоть ты едешь на этом трамвайчике водном, все равно время нужно. Поэтому я посмотрела, ты, там еще на 17 было с чем-то. Ну, 17, например, там 18 я бы успевала, но вот просто вот, как сказать, впритык. То есть я говорю, что какой-то пьяный, да мне вообще все равно. Я такая ему говорю, да я с вокзала дошла. С вокзала я дошла, мол, за 23 минуты до Сан-Марко. Да мне вообще не интересно. Пьяный в жопу вообще. Вот, посмотрите, да? Просто сложнейшие окна. Там наши дырочки. А там уже вот второй ряд простое. А там вот одна такая, да? А одна тоже вот сложная. А первый ряд абсолютно весь вот такой сложный, да? Везде указания на туалетики. Это хорошо. Это меня радует. Но я сходила за бесплатно, блин. Я то, что я не знаю, может быть, здесь. Да, скорее всего, потому что здесь за каждый шаг нужно, за каждый чих нужно платить. Вот. Поэтому я сходила уже в Палаццо Дукале, так как заплачено. Тоже видите, как все вперед. Видите, вперед. Вот. Там еще растения на нем. На перешейке, на этом еще растения. Да, хотела вам показать вот эту корку. Но это, видите, вот слои этой корки кирпичного изделия. Но это вот все-таки нужно днем снимать. Вот, вот Перриальто, наконец-таки, видите, Перриальто. То есть они какие-то, блин, я не знаю, для них всех это кажется так далеко. Потому что они не привыкли, вот мужики особенно, они не привыкли ходить. Мне это вообще... Ну и мне нравится, в Гугле тоже пишут, вот это, скажем, такая хорошая пассажирка, но долгая, мол. Ну, пассажирка это прогулка, мол. Пешая прогулка. Там тоже окно не пробито, но при этом они друг на друга, посмотрите, как лезут, да? Ну ладно, если будете кричать там, что Венеция красивая, ругаться не буду, так уж и быть. Вот сколько коммуникаций, посмотрите. Всяких разных, мелких, квадратных. Перемычка, окно, дом. Тут вообще окно по диагонали, да? Окно, обло, овал. Со сложной решеткой. Так, нам куда сейчас? Подождите, это Риальто. Это Риальто, я помню. Значит, нам туда. Ну, там все легко сейчас. И вот эта церковь странная, да, тут с этой стеной дом Фабрис. Ну, по идее, все, я уже тут все снимала до этого вам летом. Правда, красиво, конечно, тут. Магазины эти вечером. Сейчас я уже могу расслабиться. Блин, честно говоря,
можно сказать, немножко обосралась, когда не находила выход. Не пробиты эти. Так, я сейчас куда-то опять не туда иду, слушайте, подождите. Сан-Марко. Я что-то не туда иду, блин. Так, все, давайте я сейчас пока выключу, потому что, блин, вот Риальто. Да. Сан-Марко, сказал? Ладно, я сейчас пока выключу.